Санаторий «Озерный-1» обретает вторую жизнь, теперь уже в статусе окружного объекта. Замгубернатора Татьяна Бучкова, которая на днях побывала в Озерном, подчеркнула, что изменения произошли благодаря епархии и личному участию епископа Салехардского Николая. Теперь на базе Озерного развернутся и муниципальные, и окружные программы. И все это будет под эгидой православия и направлено на формирование здорового образа жизни. Мы договорились о том, что туда переедет муниципальное учреждение «Вершина», которое занимается туризмом, в том числе православным туризмом, и могло бы начать там свою деятельность пока в рамках города. В дальнейшем мы рассматриваем это учреждение как окружное с целью, чтобы сюда могли приезжать дети со всего округа, проводить здесь веревочные курсы, фрироупа, какие-то совещания, я имею в виду молодежные вебинары, семинары, где могли бы проходить разные тренинги. Мы предполагаем ее использовать и для людей с ограниченными возможностями, для их социализации и включения в общественную жизнь.